16 августа в актовом зале администрации был заслушан доклад начальника управления экономического развития, стратегического планирования и инвестиций администрации муниципального образования город Хасавюрт Магомеда Гаджимурадова о проделанной работе за прошедший год. По словам руководителя ведомства, за 2016 год управлением экономики проведена работа по формированию направлений, определению приоритетов социально-экономического развития городского округа, а также путей эффективного развития экономики города. Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для развития экономики города. Последовательно повышать качество и уровень аналитической работы, выявлять факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие города, совершенствовать практику взаимодействия с федеральными и республиканскими органами власти и органами местного самоуправления в целях осуществления согласованной экономической политики. В продолжении было отмечено, что по результатам достижения плановых показателей по городским округам за 2016 год Хасавюрт занял 3-е место как городской округ с высоким уровнем достижения. Комментируя выступление докладчика, заместитель главы администрации Шамсудин Халитов отметил работу ведомства как положительную, но требующую постоянного наращивания усилий. Отчетная документация анализируется управлением экономики, значит, и передается, и поэтому практически все направления, начиная от социальных объектов, кончая там культурными, спортивными, иными мероприятиями, значит, мы находимся в виде. Выслушав отчет начальника управления экономического развития, стратегического планирования и инвестиций администрации муниципального образования город Хасавюрт Магомеда Гаджимурадова о проделанной работе за 2016 год и первое полугодие 2017, руководство администрации муниципального образования город Хасавюрт отметило, что функции, возложенные на управление специалистами, исполняются в основном качественно и в установленные сроки. Работа была признана удовлетворительной. Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».